Новыми красками, а точнее цветами, засияет весь город. Это эскизы уже обновленных улиц и скверов. В парке рядом с Театральной площадью появится зеленая композиция «Нам нужен мир». Рассматривается два варианта. Гораздо ярче станут и знаменитые цветочные часы. Эту клумбу украсят насыщенно красные, белые и синие петунии и виолы. Появятся новые розарии, хвойные кустарники, вазоны и клумбы вертикального озеленения. На многих улицах заменят тротуарную плитку. В этом году их площадь составит 10 тысяч квадратных метров. Проведут ремонт дорожного покрытия на 11 улицах. Предстоит масштабная реконструкция парка, многих памятников и мемориального комплекса. Некоторые улицы изменятся до неузнаваемости. Они превратятся в зеленую зону. Одна из них – улица Крымская. Сейчас там есть въезды во дворы, въездов не будет, а будет зеленая зона, где будет газон, где будут цветы. Для того, чтобы все это смотрелось хорошо, мы будем строить полив автоматизированный на улице Крымской и в сквере перед администрацией до Владимирской будет у нас автоматический полив.